Джип столкнулся с грузовиком, снес железное ограждение и столб освещения. Водитель внедорожника уснул за рулем. Водитель грузовика Ford останавливается на обочине. Спустя некоторое время он чувствует сильный удар в левый борт. Toyota RAV4 на полном ходу врезается в грузовик. Столкновение с многотонником не останавливает внедорожник. Водитель джипа теряет контроль над машиной, ее несет на ограждение. Один удар и железное препятствие слетает с креплений. В завершении машина бросает на столб освещение, после чего она замирает на дороге. Водитель автомобиля RAV4 не справился с управлением, ударил припаркованный грузовик Ford, после чего отскочил на эллира и его развернуло поперек дороги. Очевидцы бросаются на помощь водителю Toyota, но мужчина самостоятельно выбирается из салона разбитой иномарки. Он невредим и отказывается от медицинской помощи. Окружающих интересует, что произошло, но виновник ДТП отмахивается лишь короткими фразами. Гражданин ничего не помнит, говорит, уснул за рулем. Секундная оплошность едва не стоила ему жизни. Повреждения иномарки колоссальные. Специалисты уверены, что машину можно восстановить, но это требует больших финансовых вложений. Искореженный автомобиль спустя пару часов забирает эвакуатор.